По согласованию с администрацией президента и районом Маслихата, в соответствии с принципами меритократии, на должность акима Сырымского района назначен Жумакильде Батарниязов. Нового руководителя активу края представил аким области Нариман Турегалиев. Аким области поблагодарил действовавшего до сегодняшнего дня руководителя района Тулегена Турегалиева. Находясь в должности акима, он приложил много усилий для процветания края. Новый виток развития получили сферы животноводства, жилищного и дорожного строительства. В целом ощутимо росло благосостояние сельчан. Обеспеченность жителей района централизованным водоснабжением составляет 90%. За последние годы 8 сел были обеспечены чистой питьевой водой. Реализован проект по строительству группового водопровода. Кроме того, начались работы по водоснабжению 10 населенных пунктов. В этом году они будут завершены. Между тем, обеспеченность района голубым топливом составляет 80%. Вместе с тем идут строительные работы. В селе Кособа открыли дом культуры на 200 мест. Новоиспеченный аким Сырымского района обладает богатым опытом работы. До назначения Жумакильды Батарниязов руководил различными ведомствами и зарекомендовал себя исключительно с положительной стороны. Теперь перед ним стоит ряд новых задач. Привлечение инвестиций. Жумакильде Жолдыбаевич, вы сами возглавляли эту сферу до сегодняшнего дня. Мы хорошо знаем вашу работу на прежнем месте. Поэтому эта сфера должна быть поставлена на поток и проводиться на должном уровне. Как я ранее говорил, ваш предшественник привлекал около 20 миллиардов тенге. Это хороший показатель, но нужно увеличить его. Жумакильды Батарниязов, в свою очередь, поблагодарил акима области и депутатов районного маслихата за оказанное ему доверие, пообещав приложить все усилия для улучшения благосостояния жителей. Уважаемые депутаты и все присутствующие, Нариман Турегалиевич оказал доверие, предложив мою кандидатуру, которую поддержали народные избранники. И благодарен вам за доверие. Вместе с тем, все силы, знания и опыт приложу во благо развития экономики района и повышения благосостояния жителей. Также новоиспеченный глава района отметил, что будет работать рука об руку с населением и ответственными ведомствами для улучшения социально-экономического положения края. Алексей Кочемасов, Айгуль Лагашкина, Рустем Ищанов, Колыбек Акрап, телеканал Акжаик.